Привет, друзья! Сегодня мы распакуем Aerofoil Audi e-tron Foil Adventure 103 литра. Это передовая технология водного спорта. Давайте посмотрим, что внутри. Так, а это тут. Компания Aerofoil ставила перед собой цель создать лучший премиальный серф, который стал дополнением к серии электромобилей Audi e-tron. Наверняка вы его уже видели. Серф перенял важные качества инновационной техники, такие как безопасность, экологичность и автономность. Давайте посмотрим на него. Вот это красота. Корпус борда, фойл и мачта сконструированы с вниманием к деталям из высокотехнологичных материалов. Углеродное волокно обеспечивает прочность, легкость и жесткость. Вы почувствуете отзывчивость борда на малейшее усилие. При проектировании подводного крыла принимали участие дизайнеры из Audi совместно с инженерами из авиастроительной индустрии. Audi e-tron Foil задает новые стандарты безопасности и производительности. Благодаря времени работы батареи до 2 часов, максимальной скорости в 50 км в час и полностью защищенной высокоэффективной системе привода. Эта инновационная электродоска с подводным крылом позволит буквально парить над водой. Электрофойл оснащен множеством датчиков, которые обеспечивают работу смарт-функций. Выбирайте в настройках свой уровень подготовки и стиль катания, и система поможет вам контролировать скорость и расход энергии. Серф собирает данные о ваших поездках и работе системы в целом. Вы сможете следить за своими успехами, а техническая информация сохранится для сервисного обслуживания и раннего оповещения о возможных неисправностях. Audi e-tron Foil – быстрый, тихий, экологически безопасный электрофойл. Батарея оснащена датчиком, который помогает системе работать оптимально, экономично, а когда нужно, выдать максимум энергии. При разработке системы питания команда уделила особое внимание безопасности. Высокоэффективные элементы обеспечивают большой запас хода при малом весе. В серф встроен дополнительный радиомодуль, чтобы вы никогда не потеряли связь со своим Audi e-tron. Команда Aerofoil подошла нестандартно к дизайну фойла и двигателя. Большинство электрофойлов работают за счет пропеллерной тяги, а Audi e-tron снабдили джет-движком, как у электросерфов. Закрытая конструкция двигателя обеспечивает безопасность, так что райдер не сможет пораниться при соприкосновении с открытым пропеллером. Компактный корпус двигателя с продуманной аэродинамикой минимизирует сопротивление воды, что увеличивает запас хода и помогает фойлу уверенно рассекать толщу воды. Инженерам удалось отказаться от коробки передач, что повысило надежность системы и упростило обслуживание. Благодаря тому, что двигатель находится на одном уровне с крылом, на серфе Audi можно подняться на максимальную высоту мачты – 80 см. Если вам понравилось это видео, пишите комментарий об этом. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на остальные социальные сети компании Motosurfing. Ну а я желаю вам удачи и до встречи на воде!
Every rise, every turn, every shared smile is a testament to the freedom we all seek.